попали в небольшое ДТП. Ресничка, подножка, бампер. Вот на ресничку принес я. Краешком бабахнули. Трасса М4, 892 километр. На полосе движения валялось разорванное колесо. В темное время суток наскочили на баллон разорванный. Фотки есть, предоставлю, приложу. В случае чего, при ударе раскололи подножку, бампер пострадал и ресничка. Вот удар был видно, как вот он долбанул. Вроде больше ничего не видать. Ах, вот он прошел по баку. Влад, ну вот он долбанул, как смотри. Я говорю, потому что понизу. Ничего вроде такого критичного нету. Вот так вот как-то. Подольск, Поливановская, 9. Стояночка. Роман, 311. Виктор, Анна, 790. Мальчик попал в ДТП. Неприятный такой ДТП. Фара, бампер, подножка, в щи, колесо, бак. Стремянки поворовало, бля. Бак в слюне. Кабина ушла. Ну там раму согнуло. Ну может не... Бля, а бак-то смотри, полукруглый стал вообще, но... Его вздуло, когда удар пошел. А этот фонарь еще разбился. Все, нахуй мятая. Я видел, не знаю. Что-то попало, наверное, отлетело, может. Крутануло, хуй знает. Фар разбитый. Да его можно восстановить, не отлетело. Да нет, да и, конечно, восстановит. Вот такой неприятный ТП. Кабина ушла. Однозначно ушла кабина. Сместилась. Усилитель бампера. Или как это называется, короче, брус нижний. Вот он впендюрился куда-то. В блоке или куда. Его выгнуло на подножка. Стабилизатор, ну, болт оборвало на стабилизаторе. Вот он, болт оборванный. Стремянки оборвало, что балка ушла вперед. Ну вот, на само колесо. А по словам водителя, взрыв произошел колеса, но это все по словам водителя, что было на самом деле неизвестно. Если бы взорвалось колесо, я думаю, оно бы лохмотьями сразу пошло, хотя состояние резины, нормальное состояние резины, не могу я сказать, что это взрыв. Ладно. Одна полуось снята. Вон стоит полуось эта. Такая неприятная. Залепили полуось. Неприятное событие. Ось ушла здесь. Вроде все на месте.
Вот колесо пиндюрилось в тягу, рулевая тяга погнута однозначно. Короче, есть над чем работать.